Всем привет, друзья! Меня зовут Таисия, и сегодня будет обзор на планетарный миксер от Китфорд, модель КТ-1391. Современный, мощный и очень тихий планетарный миксер поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и крутое для пельменей и пирогов. Миксер очень тяжелый и полностью цельнометаллический. Он имеет 8 скоростей, мощность 800 Вт. Объем чаши 5,2 литра. Она изготовлена из нержавеющей стали, и в ней можно смешивать даже горячие ингредиенты. Планетарный миксер обеспечивает идеальное качество смешивания и ровную консистенцию без комков, а прорезиненные ножки прочно фиксируют прибор на столе. Миксер оснащен таймерами прямого и обратного отсчета. По таймеру прямого отсчета вы можете засечь время, которое требуется для взбивания или замешивания данных ингредиентов. Таймер обратного отсчета позволяет установить время смешивания ингредиентов до 30 минут, а по истечении выставленного времени миксер выключится сам. К миксеру отдельно можно приобрести дополнительные насадки – мясорубку, тесто-раскатку и насадки для приготовления пасты. Они в комплектацию не входят. При помощи теста-раскатки можно сделать тесто на макароны, хворост и пельмени. Толщину листов теста можно регулировать. Мясорубка предназначена для измельчения сырого или вареного мяса, а также для приготовления колбас. В комплект мясорубки входят 3 решетки для изготовления фарша, специальные насадки для колбас и кэббэ, а также насадка для выдавливания форменных изделий из теста и насадка для печенья. Толкатель мясорубки сделан в виде контейнера с крышкой, в котором удобно хранить все насадки и решетки. На этом у меня все, друзья. Надеюсь, обзор был для вас полезным. Спасибо за просмотр и до встречи в новых роликах. Пока-пока!